Всем привет, друзья! Мы идем с Сашей сегодня на свидание, представляете? Мы давно уже не ходили вместе, чтобы вообще просто вдвоем. Какой-то ребенок не плачет. Вот, время уже 9:30, и мы немножко побудем буквально на Ангаре. Вот, вот туда мы сейчас пойдем. Зайдем сейчас в магазин, купим вкусняшек каких-нибудь для двоих. Ну и так минут 30 побудем вдвоем. Это очень важно для родителей. Друзья, смотрите, какая красота. Мы спустились на Ангару. Правда, туманище, прям воду вообще не видно. О, это кто? Птички. Птички? Угу. Или утки? А утки что ли, птички? Красота какая. Пойдем вниз, спустимся. В резину не увязан. Слушай, вот мы как бы шли сюда. Так, комар, кыш. Прям в лицо лежит, к воде тепло. И комары, да. Мы в шапках, вот такое лето у нас романтичное. Ну ладно, главное не жара. Что-то я уже прям правда думаю, главное не жара. Где? А, Саша говорит, облепиха разрослась. Так, мы взяли компотик и чипсики. Будет ягода, нет? Не видно что-то. Тут надо днем смотреть. Да. Какая разница? Комары как кони большие такие. Не видать. Завтра обещают у нас смотрите, тепло. Ну, хорошо. Завтра будет завтра. Саша, ты в галошах пошел. До свидания. Я сапожки одела. Ой, не могу показать. Телефон падает. Здесь сейчас не видно будет, там за туман. Нет, знаешь, как хорошо видно тебя? Да? Два. Меня. Вот, да вот, смотри, видишь, как все хорошо. Ну, да. Красота. Очень романтично. Классно. Тут реально какие-то утки кричат. Слышите? Птички всякие. Время почти 10, а телефон видит. Красота. Мы еще купили 4 крыла копченых. Несу в кармане. Романтика. Будем вспоминать, как крылья ели на берегу. Да? Да, комаров бы еще не съесть. А, комары нас. Ой. Ну, на самом деле, не сильно много у нас комаров. Особенно нынче. И мух почти нет. Но они такие агрессивные. Их мало, но они такие нападают конкретно. Их мало, но не в тельняшках. Ну, ладно. Пойдем. Сейчас заберу компотик. Куда пойдем? Я понесу. Меня, кажется, комар укусил. Чтоб ты не съела. Тишина такая. Так, тебе дорога сверху. А вот мы без, по бездорожью хотим. Угу. Бездорожники. Лето, шапки. Романтика. Романтика. 2021 год. Птички. Ой, птички полетели. Но вы не успели посмотреть. К сожалению. Оператор без рук. Идет. Без руки. Не умеет ничего снимать. Вовремя. Ну, дождики внесли свои коррективы. Ландшафт. Только в галушках ходить. Как уложено, да? Да. Давай такой забор сделаем дома. Слишком дорого. Да? Нет, мы сами натаскаем. Где? На горе возьмем. Вот это, да? Отсюда возьмем? Да шучу, конечно. Короче, никого нет. Одна машина стояла там на берегу. Не знаю. Чего они там рыбу ловят или кого. И вот мы. Очень романтично. Ура, у нас завтра будет тепло. Наверное. Хотя вот эта туча меня пугает.